Короче, девочки, магазин мы вам показывала, а теперь хочу показать наши покупочки. Значит, фрезер. Вот такий фрезер. Классный, конечно, такие. Сейчас распакуем его. Короче, говоря. О, конечно, тут трошки не думаю. Ну, короче, не важно. Сейчас распакую, покажу отдельно. Вот такие фрезер. Такая лампа, вот, короче, пылочка, щеточка, ножнички, маникюр, еще одна пылочка, насадочки до фрезера, так, базы, лаки, такие вот лаки. Красивее. Так. Вот, куда же быстро зиков я все взял. Разве. Как посыпка для пасок. Так, короче, потом кисточки. А, сами кисточки, это тоже типа. А, не, кисточки такие красивые. Вот, для наращивания. Так, потом это для украшения ноготков. Бабочки. Прикольно такие. Такие еще гель-лак. Вот. Это вместо бамбуковых палочек. И такие есть, значит. Вот. Еще одно украшение. Это кисточка. Ванночка. Знаете. О, господи, простите. Для отпаривания кутикулы. Подставочка, чтобы ручки ложить. Такая красивенькая. Вот. И обезжириватель. Короче, 120 евро обошло. Сейчас сделаю распаковочку цього фрезера и цього лампы. Лампа, яка навіть красиво. Ну, выбирали не по цвету, а просто поняли, что она была недорога. Вона 17 евро стоит. Шмаленую. Слухайте, фрезер не можу вытянуть из коробки, короче. Не хочеться розривати, щоб зараз валялось. Ну, тут він такий, як на картинці з акумулятором. Щось не можу зрозуміти. І не виїжджає коробочка. І все, коротше. Все, до дерева, коротше. Поняли? Не могла зрозуміти, як. Так, коротше, ви поняли. Акумулятор. Такий. Вот. Це на насадка. О, хороший такий, знаєте, більш як професійний. У нас вдома такі слабенькі, це такі прямо хорошенькі. Хорошенькі-хорошенькі такі. Ну, коротше, це всі покупочки 120 євро обійшлися. От, так що будуть тепер ноготки красиві, але мені для роботи не можна. А на ножках можно педикюрчик сделать. Так что, девочки. Тут цены как бы тоже не дуже дешевле по сравнению с Украиной. Вот такие же, знаете, жертвы выбрали. Скажите, я скажу. Короче, сушку. Тоже выбрали такую подставочку для ручек. Короче, все.